Всем привет! Вы на канале Swapzone. Мы в Краснодаре. Меня зовут Василий. Снимаем мы этот видеоролик на территории мультиформатной площадки Порт 219. Это вместительное пространство для любых мероприятий, концертов и творческих ивентов с внутренним залом и летней open-air сценой с оснащением и демократическим подходом. Подписывайтесь на канал площадки Порт 219 в Telegram. Также существует группа ВКонтакте и есть сайт для того, чтобы быть в курсе интересных и мощных событий в городе. Ну а за моей спиной сейчас стоит «Газель Next». «Газель» — это, сразу скажу, не грузоперевозки. Это автомобиль, помощник по бизнесу. По большей части это большая игрушка взрослого мужчины. Этот автомобиль 2019 года и уже имеет экологический класс Евро-5. Всеми нами любимый 3UZ, 2UZ сюда, конечно, установить не получится. Установить получится, оформить не получится. Мы очень долго думали и обговаривали с владельцем этого автомобиля, как выйти из этой ситуации. У человека есть еще эвакуатор, который Евро-4, и мы хотели поменять платформы для того, чтобы поставить 2UZ. 2UZ мы уже купили, он лежит у нас в гараже. И вот в последний момент, когда мой коллега Василий NVA Motors находился в Арабских Эмиратах, и мы покупали одному из наших клиентов двигатель на Toyota Tundra 3UR 5.7, владелец этого автомобиля позвонил и сказал: «Все, решено, я хочу. Оставляем 2019 год, ставим туда 5.7». И так в этот автомобиль мы впервые будем ставить двигатель от Toyota Tundra 3UR 5.7 на шестиступенчатое КПП AB60 мощностью 385 лошадиных сил. Для владельца этого автомобиля это будет второй проект. Первый проект — это была «Газель Бизнес». Строили ее частично мы, частично он сам. Там установлен двигатель 3UZ FE, шайба, пятиступенчатая КПП. В принципе, мы снимали про эту машину видеоролик, и ссылочку на этот видеоролик я закреплю вот здесь. Можете пройти и посмотреть. Прошлый опыт, так скажем, тренировка. Человек сделал для себя определенные выводы, выбрал ненужные моменты, выбрал худшие моменты и лучшие моменты. И будет воплощать вот из этого автомобиля именно то, что будет полностью отвечать его запросам и его требованиям. После того, как будет построен этот автомобиль, естественно, «Газель Бизнес» будет не нужна и будет продаваться. Также у владельца этого автомобиля есть еще эвакуатор, который он покупал для себя, попробовать, что это за бизнес, прикоснуться к этой теме. В общем, не пошло, не понравилось, стоит без дела, занимается человек у нас своим делом и решил на этом сконцентрироваться. Поэтому эвакуатор тоже будет продаваться. Двигатель после капиталки, турбина дует, масло не жрет, масло Кома, это Великобритания, замена каждые 8000. Коробка стоит новая, трехсоставная, кардан, соответственно, переделали со шлицевой, резина новая, прошлогодняя, шипованная, по ходовке передок перебранный, все соленблоки, все рычаги, все поменено. Подшипники ступичные поменены. Тормозные диски вместе с колодками поменены. Фары новые, бампер новый, зеркала новые, радиаторы его родные. Она крымская. Вот, она была куплена у нас в автоделе. Машина целая, не битая, без ржавчины. Рама целая, платформа свежая. Балка стоит, светодиодная балка стоит, самая дорогая, проблесковая, большая. Шумоизоляция сделана в дверях в два слоя. Стоит хорошая акустическая система, хороший звук. Качественный. Starline сигнализация с приложением на телефон, с автозапуском, с турботаймером. Техосмотр пройден. Бак старого образца стоит. Отдаю со всеми стропами. Есть подкатные эти тележки дорогие. Лебедка после смазки. И стоит кондиционер. Все эти автомобили проживают у нас в Севастополе. Естественно, не гнилые, естественно, не битые, не ржавые. Все ухоженные, потому что владелец этих автомобилей достаточно педантичен. Свое свободное время этот человек проводит в компании своих газелей, все время улучшая их. Поэтому не стыдно предлагать вам подобные автомобили. В описании к этому видеоролику вы найдете мой номер телефона и можете позвонить мне, поинтересоваться. Далее, если будет необходимо, я сведу вас с этим человеком и обсуждайте уже без меня. Изначально, когда мы оговаривали постройку этого проекта, мы вообще думали, что будем устанавливать дизель. Мы хотели поставить 648 дизельный двигатель на механике, чтобы была дизельная тяга. Но в последний момент, когда владелец приехал и привез мне предоплату, он посмотрел на лежащий на полу двигатель 2UZ FE версии VVTi,
помолчал, подумал и сказал, давай будем ставить УЗ, потому что на УЗ он уже проездил 3 года. Владелец автомобиля сказал, что этот двигатель он уже знает, что он возит все, что нужно для того, чтобы без проблем доехать из точки А в точку Б. Да и вообще этот двигатель зарекомендовал себя надежностью за все эти годы. Поэтому мы приняли решение, что будем ставить 2 УЗ. Этот двигатель закрепили за этим проектом, но этот двигатель по сей день так и лежит у нас на полу, потому что сейчас мы ожидаем приход контейнера из Эмиратов, и где-то он должен сейчас таможиться, и надеемся, что сразу после новогодних праздников этот двигатель приедет к нам, и мы начнем заниматься его установкой. Но пока мы его не устанавливаем, нам тоже есть чем заняться, и давайте об этом я вам сейчас постараюсь рассказать. По этой стороне мы будем делать следующее. Владелец автомобиля видит это так. Здесь будут инструментальные ящики и, скорее всего, запасное колесо, кронштейн запасного колеса. А вот сюда мы уже купили баллон. Здесь будет баллон стоять на 170 литров. Это, естественно, пропан. Ну и топливный бак. Также, по-моему, вот здесь будет еще тоже небольшой ящик для инструментов. Также внутри рамы этого автомобиля будет установлено 3 воздушных ресивера. Один ресивер у нас от Мана 30-литровый и 2 10-литровых, по-моему, от КамАЗа. Все ресиверы покрашены. Наша задача эти ресиверы развешать. Наша задача установить пневмокомпрессор 1 или 2, еще не решили. А также наша задача пробросить некоторые магистрали. Дело в том, что здесь будет пневмоподвеска, а также владелец этого автомобиля хочет установить паровозный тифон. По этой стороне у нас будет установлен 200-литровый баллон пропана. Вот здесь за кабиной у нас будет установлен небольшой инструментальный ящик, в который мы уберем аккумулятор, позже расскажу для чего. Ну и также здесь будут тоже инструментальные ящики. Но для того, чтобы вы понимали, как человек относится к своим автомобилям, нужно видеть это состояние подкапотного пространства. Здесь все как будто новое. Кстати, двигатель Cummins Euro 5 только что после переборки он целиком будет продаваться. Почему я сказал, что мы будем убирать отсюда аккумулятор? Дело в том, что владелец видит проект следующим образом. Когда мы установим сюда двигатель 5.7, он просит нас установить заводской стоковый воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем можно было установить чарджер на 5.7 в газели. Если вдруг мощности этого двигателя будет недостаточно, то таким образом он ее добавит. Естественно, возникает резонный вопрос, что он будет делать с мостом задним. Возить еще один с собой всегда? Я этот вопрос задал, на что услышал обоснованный, в принципе, ответ. Есть всегда альтернатива, мост от Iveco Daily, и один из наших проектов на таком ездит, и все у человека нормально. Владелец этого автомобиля в свое время был, кстати, первым человеком, который попросил у нас подсветку под капотом, и я думаю, что на этом автомобиле она, естественно, тоже будет. По подкапотной части нам пока самим многое непонятно. Мы еще сами ничего не знаем, не придумали, каких размеров будет этот мотор, нам тоже неизвестно. Ну, так примерно коллеги нам дали какие-то ориентиры, но нам нужен мотор, мы его ждем, чтобы начать примерять. Естественно, шумоизоляция. Естественно, здесь все будет сделано как положено. В салоне будет установлен кондиционер. Здесь будет огроменный радиатор от крузака 200-го. Здесь будет огроменный радиатор для КПП. Здесь, вот я так понимаю, будут какие-то осветительные дополнительные приборы. Также на будке будет стоять еще тоже одна дополнительная люстра. Ну и есть еще много интересных моментов по салону. По салону сейчас все выглядит, как будто это какая-то заготовка. Но уже стоит обтянутый руль. Я, кстати, сказал, не обтягивай руль, потому что нам работает. Работа большая, работа грязная. Зачем? Не удержался. Значит, это руль от NN. И на этом руле мы хотели сделать следующее. У нас здесь есть кнопки управления мультимедией, это правая рука, а под левую руку у нас здесь вот режимы круиза, активация и отключение, кнопка source и плюс-минус, ну это уже непосредственно устанавливать скорость. То есть что я придумал, поскольку мы видим с владельцем этот проект исключительно на шайбе, а коробка AB60 оснащена у нас функцией типтроника, то, наверное, включая режим S, типтроник на шайбе, переключение передач в ручном режиме будет производиться левой рукой, большим пальцем, вот этими вот кнопочками. Но других вариантов пока мы не увидели оба.
Значит, обратите внимание, какие дефлектора а-ля Mercedes. Я где-то встречал подобное на Алиэкспрессе. Владелец автомобиля изготовил вот такие вот подиумы. Здесь, значит, будет, я так понял, австралийская музыка какая-то, но мы не будем ее устанавливать, слава богу. И будет вот здесь два манометра. Один манометр, я так понимаю, будет двухконтурный, а один будет одноконтурный. И вот эти вот все магистрали пневматические нужно будет подвести сюда. Здесь у нас есть полка, здесь наверняка будет рация, здесь будет мультимедиа TIS, по-моему, самая последняя, ну и вот этот вот рядок кнопок. Кнопки наверняка мы тоже будем заказывать, чтобы пиктограммы соответствовали, просто пока еще не определились, какие кнопки за что будут отвечать. Вот эта кочерга у нас уберется, поскольку здесь будет шайба, и будет просторный салон. Естественно, потом все это отправится в перетяжку, дверные карты, стойки и некоторые элементы по панели приборов. Размер кузова этого автомобиля 6,5 метров, и высота тоже сделана индивидуально под потребности владельца автомобиля. Ну и, естественно, огромное количество внимания привлекает этот тент. Если смотреть с ракурса 45 градусов, то ощущение, что обезьянка сидит внутри кузова и смотрит на вас глазами. Почему именно такая обезьянка, почему именно такой дизайн, я, естественно, спросил у владельца, на что получил следующий ответ. По мнению этого человека, обезьяна смотрит как раз-таки на 5,7. Достаточно грозно и выразительно. Этот проект мы изначально окрестили как обезьянка, но сейчас думаем, что этот автомобиль мы будем называть горилла. Ничего подобного с газелями мы еще ни разу не делали, и нам самим очень интересно, что получится из этого автомобиля. Но я уверен, что 5,7 на газели не ставил еще никто. Но если кто-то и ставил, то значит мы об этом не знаем. Это будет первый автомобиль такого формата в Крыму, в Севастополе. И честно признаюсь, что еще не начав работать с ним, я уже горд, что этот автомобиль находится у нас и что мы его будем делать. Естественно, мы вложим сюда свою душу. Естественно, мы будем работать в таком же привычном вам и нам формате. То есть будем докапываться до каждой мелочи, будем выжимать по максимуму из места. Здесь все будет очень плотно, очень компактно, но мы сделаем то, что мы хотим. Этот видеоролик, он более такой ознакомительный. Я просто рассказал вам о том, что мы собираемся делать. Этот проект мы начинаем сразу после новогодних праздников, и я думаю, что длительность его составит, ну, месяца, наверное, два. За все это время выйдет серия видеороликов. Я обязательно буду снимать и показывать вам, что происходит с этим автомобилем. Ну и, естественно, когда этот автомобиль поедет, мы замерим расход, прокатимся где-нибудь на нем. Несмотря на то, что он такой большой, съезжу куда-нибудь, как обычно, наверное, в горячий ключ, сделаю замер расхода топлива, ну, хотя бы на пустую. В дальнейшем же все эти переоборудования, которые мы собираемся делать, будут оформляться, и, скорее всего, на процедуру оформления я поеду с владельцем этого автомобиля. Ну, здесь мы еще пока не решили, посмотрим по моему рабочему времени. Если получится, то и это я обязательно вам покажу. Я думаю, что на сегодня все, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими новостями, так сказать. Я же с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.